Мальчики, девочки, всем привет. Всем здравствуйте. Короче, что, Валенка сегодня махарошки. Видите, что пар идет. Шо, Латик, ну вы же сами говорите, ешь салатик. Вот видите, какой красивый у меня салатик. Кофе. И... порцию урезаем, пол пироженки. Вот такой пол пироженки безе. Еще апельсин. Всем моим девочкам огромный привет. Яринка ест, как всегда. Сейчас положим китчунеса. Ну что, девочки, вы готовы к 8 марта? А я да, а вы не знаю, это салфетка. Экономим салфетки, понимаете, сегодня что-то у меня щелкает. Ходила в магазин за капустой, за квашеной, с клюквой, короче, вот эта капуста. Стоит она 224 рубля килограмм, ну килограмм. Я там что-то чуть-чуть взяла, ну попробовать, вкусно нет будет. Если вкусно, пойду еще возьму. Давно квашеную капусту не ела. Можно сюда маслицо положить, знаете, вонючее такое маслицо. Вот. Что я хотела сказать, девочки. Девочки мои, Светочка, Иришка, Ева... Кто там? Люсьен. Кто-то еще. Иришка. Александра. Всех с 8 марта. Завтра уже будет 8 марта. Сегодня 7, завтра 8. Да, а потом наступит 9, а там и 10. Не говорите. Вы правы. Я вот никак не пойму понять, да? Как это мои подписчики раскусили, что Иринка пошла кредит брать на море? Да, они дали. Сказали, Ирина Сергеевна, увы, но мы вам не дадим кредит. Понимаете? Так что, наверное, лето у нас будет жарко. Ну, и мы как бы на своем море проведем. У нас море тоже хорошее, шикарное. Ну, ничего, да? Ну, правда, ехать полтора часа на море, знаете, как лёг на море на нашем шикардосном. И лежи сколько хочешь. Давно хотела такие макароны сварить. Мне нравятся вот такие крупные макарошки. Не знаю, как вам. Там еще у меня в морозилке сало. Солененькое с чесночком. Что у меня сегодня щелка? Хер пойми, что, да? Ну, это как всегда. Все вкусно. Худей, не худей, но есть надо, да. Не знаю, вы там сидите, да? Я такая. Ну, я просто звезда.
Что у нас сегодня? Макароны. А завтра испечем курицу в духовке. На праздник-то, да? Надо же. Пирогов настряпаем. Не, наша уральская капуста вкуснее, чем в Крыму. Мне больше нравится уральская. Говорит, а кто тебя звал в Крым? Ну точно не ты, там какая-то, не помню, баба написала. Ну да, не получится, да. Ну вы, короче, конечно, все писатели. Он говорит, такая возможность была. Ну, слушайте, вы откуда знаете, сколько раз мы были на море? Ну, мы же вам каждый раз не показывали, когда мы были на море. Так ведь? А знаете, на траликах кататься тоже прикольно. Вот у меня там была Надюшка. Надюшка. Но она как бы и сейчас есть. Надюшка. Такая хорошая девушка. Вот я когда с ней каталась, да? Я потом приходила. Солнечно спрашивала, а что ты такая счастливая? Ну, я не знаю, потому что я с ней покаталась, мы с ней побеседовали, поговорили. Ну, не знаю, на каком вам еще языке сказать. То, что я когда с ней каталась, я с ней отдыхала. Ну, так вот. Кстати, Светочка, попробую обязательно. Вот эти апельсины. Они такие вкусные, они обалденные. А напиши, почем они у вас в Краснодаре. Вот, допустим, у нас 159-160 рублей, да? Эти апельсины продаются. Вот, допустим, в том году у нас не было их. Они только в этом году появились. Но они обалденные, эти апельсины. Мне нравится. Ну, допустим, я вчера хотела купить грейпфрут, да? Где? В Кировском. Вот такие огромные грейпфрутины. Я не люблю такие. Там, во-первых, кожура толстая. Я думаю, они не особо вкусные. Надо грейпфрут выбирать, где он небольшой, чтобы был. Тогда да, тогда вам будет кожура тоненькая. Он будет сочный, такой, мама мия. Ну, а в этих апельсинах в чем косяк? То, что они плохо чистятся. Они плохо чистятся. Ну, а так они вкусные, они сочные. Пошла. Вот так вот, да. А мы-то сегодня сходили, прогулялись. Жирок свой растрясли.
Не знаю, может, сегодня вечерком буду в стрим, посмотрим. А может, не выйду. А, Зухру тоже. Но я Зухру ВКонтакте поздравлю. И Зухра, тебе тоже с 8 марта. Тебе здоровья, счастья. И денег поболее. Да, девочки? Как я вам хочу сказать? Как бы ни старались, что бы вы ни делали, что бы ни писали, мне похер. На ваши гнусные комментарии. Ну что? Вы завидуете. У вас очень огромная зависть, да. Чем вы завидуете? Аж макарон не там прошел, представляете? Ну, вы многом завидуете. Ой! Это что такое? Надо чуть-чуть это майонезика похоложить. Понимаете, да? Майонезика. Ой, не знаю, тут, короче, это... Ну, кредит же не дали на море. Ну, думаю, что в какой банк сходить, а? В каком банке взять кредит, да? Не знаю даже. А, Марину Тутку тоже с наступающим 8 марта. Но это, скорее всего, будет 8 числа видео. Не знаю, я подумаю, как у Иринки будет желание. Так ведь? Ну, то, что я не сижу на ПП, понимаете, мне это не надо. Меня и такую любят. А то, что я сказала, то, что меня не пустили на переднее сиденье, да? Так я вам специально сказала, чтобы это побольше рекламу мне сделали. Понимаете, да? Сарафанное радио очень хорошо работает. Я, кажется, не первый раз ее. Время уже за полночь, 6:30, 6:30, кстати, вечером. Ну, пока Ирина Сергеевна проснулась. Улыбнулась, сделала дела, сходила в магазин, купила капустки. Я, кстати, я неделю за ней шла, но я дошла все-таки. Завтра мы сходим снова в магазин. Это у нас Лариса работает. Надо поздравить Ларису с 8 марта. Так ведь? Не знаю, будет у нее завтра короткий день в магазине, не будет. Но она будет сходить, поздравить.
Ну, еще капушки прикупить, наверное, не знаю, посмотрим. Я, конечно, бы могла бы и сама, да, не спорю. Закрывайся из капусты, ну, мне лень. Во-первых, я каждый день есть не собираюсь эту капусту. Но на разок взяла, поела, и все. Квашеная капуста, она полезная? Не говорите, я в курсе. Но я каждый день есть тоже не могу. Она такая, знаете, сладенькая. Очень вкусная. Обалденно. Мне понравилось. А там какая-то баба вообще записилась. Какие импланты? Ну, обыкновенные импланты. Ты не знаете, что такое импланты? Да, мне их, короче, когда стоматолог вставлял, там, короче, в десне просверлил дырочку, мне показывали там импланты. Но они показывали, что они делают. И, короче, когда импланты вставляют, там это смотрят через компьютер. Ну, чтобы не попасть в нервное окончание, то вдруг он не там просверлит дырку, да, в десне, и попадет не туда. Потом, может, это очень плохо закончится. Так вот. Конечно. Ленка столько денег отвалила. Они мне все показывают и все докладывают. Что они делают и как делают. А вам только остается ждать. Понимаете, да? Короче, безе. Это у нас в магазине в Кировском. Продается такое безе. Тут, короче, масло. Кстати, кто там это читает инструкцию по применению еды? Блин, а как она называлась? Я фантик выкинула. Ну ладно. В следующий раз, когда куплю, не выкину. Ну что тут, белок, масло. Какое вкусное. А какое нежное оно во рту. А что я хотела сказать-то? Кто там читает инструкцию по поедению еды, это же надо такое, зайти на сайт Простоквашино, ну и почитать, из чего сделано Простоквашино. Мы не читаем инструкцию, мы сразу складываем в рот. Понимаете? Какое-то блаженство. Вкусно.
Ну, правда, вот тут масло мало положили, надо пожирнее намазать. У меня там еще торт на 8 марта стоит. С тюльпанами. Не, хотела съесть апельсин, не буду. Мама просто. У меня Настя делает безе, да? По инструкции она говорит. 6 белков. И что-то, короче, сахара в 2 раза больше надо. Не помню, сколько там, 300 с чем-то грамм. Я, говорит, сахара делаю наполовину. Ну, чтобы не сильно сладко было, то папа, говорит, слипнется, что потом делать-то буду. Вот. Я думаю, что заморачиваться, да? Ну ладно, у нее семья, там дети. Она делает. Но мне-то зачем делать? Я вон пошла в магазин, купила и съела. Нахера мне 6 белков тратить, 6 яиц? Ну, белки отдельно у нас не продаются. У нас вместе с желтками они продаются. Вот. Что еще? А, ну, муку мы с вами уже обсудили вчера, да? Говорит, кормовая мука. Ну, там же какая-то баба написала, говорит, дешевая мука за 20 рублей только скотине. Ну, я вам показывала цену в магазине. Ну, где вы видели у нас муку за 20 рублей килограмм? Я вот понять не могу. У нас давно таких цен уже нету. Лет как 10. Рука липкая. Кстати, вот без этого она вкусная. Она и не такая уж и сладенькая. Но в меру сахара там. Так что на ПП как раз пойдет. Решил все-таки апельсин съесть. Что я забыла сказать? Кирюха, Кирюха. Тебя тоже с праздником. Это твой праздник. Я надеюсь, тебе тюльпаны подарят. Желтые и красные. Ну как, Кирюха? Тюльпаны. А будет еще как-то на неделю съездить, купить вот этих мандарин, пока они у нас есть. Ящик взять, да? Не, они вообще обалденные. Вот, допустим, у нас обычные апельсины. Ой, я мандарин сказала, это апельсин. Обычный апельсин, ну, где-то 130 рублей стоит килограмм. Можно, конечно, и дешевле найти. Но в светофоре что-то нету у нас, апельсин. Видать, не доезжает до нас. Но эти 160 рублей, да, стоят. Но они вкуснее, чем обычные апельсины. Они, видите, какие? Какие красивые. Романтичные. Но они как грейпфрут. Мэйрен говорит, я тоже купила. Надо спросить, кстати, ей понравилось, нет? А он что такой сладкий? Обалденный.
Мама Мия, как это вкусно, а? Короче, девочки и мальчик, я поела. Да? Я наелась. Кофе не допила, но потом допью. Магазин сходила. Там, кстати, у нас сегодня в магазине что там ни пирожного, ничего не было. Хотела купить. Ну ладно. Без пирожного. Да? Обойдемся. Всех с наступающим 8 марта. Моих любимых девочек. Моих нелюбимых мальчиков. Ну, там этот Кирилл, Николай. Там еще кто-то есть. Ну, ладно, бог с ними. Их тоже с праздником. Надеюсь, им подарят букетик. Чтобы они были радостные. Вкусно. Ну, и все. А я ухожу. Но я обязательно вернусь. Завтра или послезавтра. Вот так вот. Так что не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Налей и жди. Вам хорошо отметить 8 марта. Угу. Хорошо отметить 8 марта. Ленку Губастую тоже с 8 марта. Я надеюсь, у тебя будет 8 марта. Шик и блеск. Да, Ленка? Любовь. Любовь мне написала сегодня с 8 марта. Поздравляла. Любовь, я тоже поздравляю с 8 марта. Ну, а так, девочки, всем пока. Чао, бамбино, сеньорита.